остается с вами, у него на улице, нормально. Перевязали, он с вами остается. Принял. Ждали его там. Выдвинулись на заминирование моста. Попали под обстрел. С девятиэтажки. Видно, ждали. Ебали. 1-300. И Ванька Шаган 200. Разорвало нахуй. На куски. Кое-как вышли, пацаны помогли. Прикрыли. Я ж говорю, он бежал за меня. Что все восстановится, что обязательно все будет хорошо. Жизнь будет налаживаться. Да. У нас очень красивый город, очень жаль. Что все так разрушилось, все. Ну, надеемся, что восстановится, правильно? Сейчас все просто главное, чтобы перестали стрелять. И будем все восстанавливать. Точечки, милые, я вас очень люблю. И я пока жива, я защитниками нашими. Я очень-очень вас люблю, очень. А где они? Ой, не знаю. Как зовут? Светлана и Наталья Фролова. Ну, в подвалах уже несколько дней сидим. Там просто есть люди, у которых нет инсулина, у кого бронхиальный астма, сидят с этой пылью, дышат. Пошли реакции, очень сложно. Да я все пообострялось. Многие уже начали болеть, у детей по 39 температура. Это хорошо, что вот я вот медработник какие-то лекарства смогла запасти. Успела что-то да, выкупить в аптеке. Что успела, купила. По-честному сказать, да, молодец. И Оля вот хотела все время с папой. Здорово, бабушка жива. Зина с Валерой живы. Надечка, Виталечка. Чичинины, Наташа и Паша. Мы живы. Но в таких условиях вы уже видели. Мы вас очень любим и надеемся, что мы с вами встретимся когда-нибудь. Вова лежит больной, не поднимается, и ноги болят у него, но ничего, он держится. Вам всем привет! Мы все просим только мира. Самое главное – мир. Да. И будем дальше восстанавливать. Теперь только понимаем, что это такое, да? Что хочется к семье, хочу к сыну очень сильно, очень. Последний раз я с ним успела связаться 6 марта, когда он говорил, уезжайте. Но официально российская сторона, ваша сторона говорили, что можно ехать, а украинские ничего нам не сказали. Менты наши сказали, мы не гарантируем, не знаем. И я не решилась, тем более с ребенком. И все, дальше. Я знаю, что у них попадание в Лавре тоже было там.
Я попыталась 17 марта, мы заходили на 12 этаж, вот где 14 этаж, где попадание было в 14 этаж. И опять, когда как раз я звонила, они опять 14, я бегом. Я не дозвонилась в этот момент ему. Анечка, бомж, и квартиры нашей нету. Вот и все. Ина не знаю где. И в Россию хочу передать дочке. Наташе, что Наташа, квартиры нашей нету. И я не знаю, где я буду. Все. Ева, позовите ее, Ева. Скажи, нету, ни квартиры нашей пятикомнатной нет. Однокомнатная большая. Однокомнатная большая осталась. Как и у нас, и я сейчас передам Макеевке. Ину не знаю, что с левым берегом, не знаю. Жива или нет, не знаю. В Макеевку передаю тете Тане, бабе Тамаре. Квартиры тоже нет, жите нас к себе скоро. Это самое страшное, когда у нас вот тут дом горел. Рамка, иди сюда. И хату поменять. Ага, я могу. Ты сюда. Фоткайте. Хочу газ, свет, интернет, воду, абсолютно все. Чтобы было все. Понимаете, родственники в России все живут. Да, вы лучше давайте расходитесь.